85 объектов в Петропавловске на сегодняшний день отключены от горячего водоснабжения. Из них 69 – это многоквартирные жилые дома. Отключение по причине промывки, опрессовки и последующий ремонт и плановый ремонт на тепломагистралях. Но тепловые сети не придерживаются плана, что вызывает социальную напряженность среди жителей по поводу отключения горячей воды. Эта самая социальная напряженность чувствуется при каждом разговоре с обитателями отключенных объектов. На Таксан-Би-80 горячей воды нет, как и во многих домах Петропавловска, все лето. Тепловые сети кормят нас завтраками, говорят местные жители. В июне отключили у нас воду. Сказали 10 дней. 10 дней прошло, еще 10 дней продляют. Еще 10 дней, месяц не было воды. Потом 2 недели вода у нас была. Опять отключили. Отключили воду, звоним, спрашиваем, в чем дело воды. Воду отключили на 10 дней. 10 дней подходит, звоню, опять спрашиваю, у вас вода когда нам воду подадут? Продлили еще до конца месяца, вот до 10 числа. Теперь 10 число будет, не знаем, будет вода опять или не будет. Причем мы, когда звоним узнавать, нам говорят, что дадут, там, допустим, через 2 дня, через 3 дня, через 4 дня, и по сей день воды нет. Причем, знаете, если те года отключали, редко, правда, то мы видели, где-то перекопано, где-то какой-то ремонт идет. Сейчас нигде вокруг никаких ремонтов нет, и все наши дома в округе сидят без воды горячей все лето. А некоторым разгневанным жителям, ответственные за отключение, и вовсе не отвечают. Несмотря на то, что те хотят донести до руководства тепловых сетей некоторые подробности о работах, которые проводятся около их жилищ. Среди них петропавловцы из 103-го дома Папушкина. Они вообще ничего не нам, они с нами не хотят даже разговаривать. А зачем с нами разговаривать? А вообще, если бы понаблюдать, как они еще и работают, так это вообще очень здорово. Честное слово, вот правда, я говорю, ну почему так вот люди работают? Ну для включения отопления нашего дома мы же не подготовились. Нам надо подготовиться, то есть сделать опрессовочку, промывку, опрессовку и сдать это в тепловые сети, готовить паспорт готовности. Мы этого не можем делать. Это, кстати, немалая проблема. Нет горячей воды, по сути, нет и паспорта готовности дома. Старшие председатели КСК не могут провести подготовительные работы и получить паспорт готовности по причине отсутствия горячего водоснабжения. То есть невозможно провести промывку и опрессовку дома. Основной пункт при получении паспорта готовности.